Наталья Маржанская, ТЭС в Кашкадаринской области. Ведется планомерная работа по повышению уровня надежности электроснабжения, внедрению в производство современных и высокоэффективных технологий, дальнейшему развитию генерирующих мощностей. Сегодня на предприятии реализуется еще один крупный проект за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и других финансовых учреждений. Талимарджанская ТЭС – одно из крупнейших промышленных предприятий не только в Узбекистане, но и Центральной Азии. Сегодня здесь вырабатывается в среднем 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Особое внимание уделяется поэтапному увеличению мощности предприятия по производству электроэнергии, широкому внедрению энергосберегающих устройств. Две парогазовые установки мощностью по 450 мегаватт каждая имеют особое значение в силу своей экономической эффективности. Они снижают расход природного газа на вырабатываемую электроэнергию, предотвращают распространение вредных веществ и газов в атмосферу. Так можно сэкономить 1 миллиард 20 миллионов кубометров газа за один год, используя менее 90 граммов условного топлива по сравнению с существующими энергоблоками для производства электроэнергии. Также в прошлом году в результате установки фильтросепараторного оборудования в газотранспортной сети удалось поставить 12 миллионов кубометров высококачественного газа. В целях удовлетворения потребностей потребителей в электроэнергии внедрение в производство современных и высокоэффективных технологий начат еще один масштабный проект. Преимущество данных парогазовых установок в том, что они полностью автоматизированы. За счет внедрения экономичных технологий существенно уменьшается потребление топлива. Проект финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, а также Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. Основные подрядчики – испанская Intexa Engineering Industrial и японская Mitsubishi Corporation. ТЭС предусматривает использование современных эффективных топливоемких технологий, обеспечивающих стабильную, надежную и безопасную работу энергосистемы. Отличительная особенность проекта – комплексная эффективность. В связи с вводом в эксплуатацию новых парогазовых установок предприятие будет производить дополнительные 7,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. За счет применения высокоэффективных технологий будет сэкономлено 520 миллионов кубометров природного газа в год. Количество вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, уменьшится на 1500 тонн. Наманганда 900 мегаватт. Уже участвовали в строительстве парогазовой установки мощностью 900 мегаватт на Манганской области и такой же современной парогазовой установки на ВАИ. Также строится аналогичное оборудование мощностью 900 мегаватт на Талимарджанской ТЭЦ. Этот крупный проект играет важную роль в экономике региона. Все работы ведутся согласно установленному плану. На данный момент мы завершили процесс уплотнения грунта, начали земляные работы на строительной площадке. После расширения объемов работ запланировано привлечение около 150 квалифицированных специалистов, а всего на строительстве этого объекта будет задействовано более 2500 рабочих. Этот новый инвестиционный проект создает возможность надежного обеспечения электроэнергии потребителей не только Кашкадаринской, но и Самаркандской и Бухарской областей, 7 насосных станций на магистральном канале Карши и многих других населенных пунктов. На данный момент на площади 12 гектаров завершены геолого-геодезические работы. Подрядными организациями начаты масштабные строительные работы. После ввода парогазовых установок на предприятии будет создано 120 новых рабочих мест. Запуском нового проекта мощность выработки электроэнергии на Талимарджанской ТЭС будет увеличена до 2600 мегаватт.